Перевод предоставлен фансап-группой Oxylups. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Ну что, поздороваемся? Давайте поздороваемся. Раз, два, step out. Здравствуйте, мы Stray Kids. Чан Бин сказал, что проголодался. Вот мы и собрались. Хочу есть. Похоже, мы пришли готовить. Я пришел поесть. Ему лишь бы поесть. Хён, ты наш шеф-повар? Да нет. Хён, а кто, если не ты, телепузики? Ты нарываешься, что ли? Что мы любим с самого дебюта? Раз, два, три. Кимбап! Почему никто не ответил? Наверное, только ты его любишь. Я что, один такой? Мы же не будем просто так готовить кимбап. Конечно, нет. Сейчас Сынмин все объяснит. Нет, сейчас нам объяснят правила в субтитрах. Нет, пусть лучше объяснит Сынмин. Мы выберем ингредиенты, вращая колесо. Ничего себе! Мы разделимся на команды по 4 человека. Представитель каждой команды дважды крутит колесо. Мы не сейчас разделимся, а позже, и колесо крутит каждый. Я же говорил, что правила лучше писать в субтитрах. Мы выбираем ингредиенты для кимбапа, вращая колесо. Каждому достается по 2 продукта. Потом мы делимся на команды по 4 человека. Ты шикарный ведущий. Неплохо бы выиграть кимчи. Кимчи и консервированную ветчину. А в кимбап можно класть пеппера? Конечно. Можно смешивать что угодно. Тут так много продуктов, Сынмин, забудь о стереотипах. Давайте взглянем на продукты. Тут есть хлопья. Было бы классно выиграть свинину. Да, свиную грудку. Пеппера. Кимбап с тунцом и пеппера, наверное, вкусный. Пеппера в кимбапе? Как раз вот здесь, посередине. Не болтайте ерунды. Может быть, получится вкусно. Хан, не капризничай. Ладно. Также не забыли про любимый продукт Хёнджина. Баклажан, баклажан. Вот бы выиграть баклажан и попасть в команду с Хёнджином. Отличный план. Все, я уже настроился. Давайте младшие вперед. По возрасту от младших к старшим. Да, хорошо, давайте так. Тогда я следующий. Айен, когда колесо остановится, наклей на попавшийся ингредиент вот это. Ладно, тут твое лицо. Помечай продукты своим лицом. Эй, вообще-то обидно. Давай, крути. Крути колесо. Правда? Отлично, очень неплохо. Соленый краментай, отлично, хороший ингредиент. Давай еще раз. Теперь надо, чтобы выпало авокадо. Кручу, верчу. Вот бы тебе попалось клубничное варенье. Была бы веселуха. Ого! Снова соленый краментай? Опять? Просто две порции икры, все нормально. Да, все хорошо, неплохо. Мой кимбап будет очень соленым. Теперь моя очередь. Вперед, раз, два, три. Крути, крути. Неужели снова икра ментая? Гавайский кимбап. К нему в команду лучше не попадать. Да нет, повезет оказаться там. Почему же? Ананас тоже вкусный. Ананас кладут во вьетнамские спринг-роллы. А, ну да, неплохо. Если ананас кладут в спринг-роллы, он не подходит для кимбапа, но ничего страшного. Я попробую еще раз. В ананасах нет ничего плохого. Я нацелился. Вот сюда. Ананасово-баклажановый кимбап. Пусть выпадет баклажан. Поехали. Он настоящий злодей. Я кручу. Раз, два, три. Баклажан. Баклажан. Лосось? Нет, это листья перилы. Эй, подождите. Давайте не будем торопиться и это обсудим. Это листья перилы или лосось? Давайте начнем голосование. Поднимите руку, если считаете, что это листья перилы. Конечно, это листья, разумеется. Это листья перилы. Теперь поднимите руку, если думаете, что это лосось. Успокойся, это листья перилы. Давай, крути. Обожаю икру. Ого, то, что нужно. Отлично. Поехали. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Икра с васаби, неплохо. А ты везучий. Похоже, мне повезло. Давай, крути. Надеюсь, ему выпадет маринованная редька. Васаби. Здесь же много других продуктов. Почему нам выпадает одно и то же? Айен, держи себя в руках. Что за ерунда? Хан, что ты хочешь получить? Я хочу свиную грудку. Свиная грудка, приди. Поехали. Свиная грудка. Ким Сынмин, ну ты даешь. Свиная грудка. Поехали. Пожалуйста. Ну? Ананасы и васаби.
Лучше уж Листи Перилы. А что, на нас это вполне неплохо. Не хочу оказаться в команде с кем-то из вас. Листи Перила намного лучше. Я же не виноват, что мне так не повезло. Кимбаб будет ужасным. Пожалуйста, только не баклажаны. Поехали. Если ему выпадет баклажан, я лопну от смеха. Ну, неплохо. А что за грибы? Я тоже хочу грибы. Грибы с перцем. Было бы здорово. Давай баклажан. Да, кажется, сейчас получится. Баклажан, давай баклажан! Теперь с тобой тоже лучше не связываться. Грибы с пеппером? Да благословит меня бог еды. Мне кажется, ему повезет. Наверняка ему выпадет свиная грудка. Фу! Хлопья! Надо было сильнее крутить! Чуть-чуть не хватило! Ну! Неплохо! Крабовые палочки! Крабовые палочки! Совсем неплохо! Моя очередь! Хорошо, давай! Я хочу жареную курицу с опятами! Там есть клубничное варенье! Тунец! Хочу к тебе в команду! Да неужели? Вторая попытка! Эй, так нечестно! А что, я же покрутил! Так не годится! Вот, теперь хорошо раскрутил. Колесо должно повернуться хотя бы один круг. Опять васаби! Тунец васаби! Подождите! Вы что, магниты подложили? То есть трем мемберам случайно досталось васаби? Так, ладно, наше будущее в руках Банчана. Я хочу быть в команде Чана. Пусть выпадет лосось или свиная грудка! Давай! Лосось или свиная грудка! Ну, неплохо. Почему все одно и то же? Если выпадут колбаски, то сделаем кимбаб, как в дебютные времена. Баклажаны. Вот увидите, баклажаны. Неужели баклажаны? Вот. Ого, ветчина. Я так завидую. Я начинаю волноваться. Ветчина? У меня есть карта Джокера. Давайте договоримся разделить дополнительный продукт поровну между командами. Ого, это твое предложение? Отлично! Не надо ничего делить. Разделимся на команды, скинемся и отдадим его победителю. Хорошо, давайте так и сделаем. В общем, я хочу быть в команде с Чаном. Погоди, а что у тебя? У меня? Ну, ананас с васаби. Нет уж, не подходи ко мне. У меня тоже неплохой набор. А что у тебя? У меня две порции соленой икры, целых две порции. У меня тунец с васаби, мы сочетаемся. Эй, мы тоже сочетаемся? Да, просто отлично. Эй, а как же крабовые палочки и хлопья? Если забрать к себе Феликса, то у них останется пеппер и хлопья и два ананаса. Вообще-то у меня есть листья перилы. Нам нельзя выбирать самим, как же нам разделиться на команды? Пожалуйста, путь мне повезет. Давайте пока не будем говорить у кого что и посмотрим все одновременно. Отличная идея, я не буду смотреть. Выбирайте закрытыми глазами. Старайтесь не смотреть. Теперь Лино. Пожалуйста, пусть мне повезет с Чаном. Ну уж нет, хочу к Чану. Ты так сильно хочешь кимбаб? Пусть будет Чан. Я попаду к нему. Давайте посмотрим все вместе на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. Что там у тебя? Ананасы, листья, перилы. Неплохо. У нас икра, васаби и два соленых минтая. У нас тунец васаби. У меня хлопья и крабовые палочки. А у тебя что? У меня пепперы. У меня пепперы и грибы. Неплохо. Нет, это кошмар. Мы ведь уже играли этим составом. Как же вы меня бесите. Да все будет в порядке. Что касается пеппера, давайте его съедим, чтобы не пришлось его класть в кимбаб. Может, смоем с него шоколад? Чтобы убрать вкус, давайте его измельчим. И крошками посыпем рис, как семенами кунжута. Мы оба занимались боксом, может, устроим поединок? Ты не против? Нет уж, давайте скидывайтесь. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Я победил. Ты выиграл? Да, я победил. И может достаться что-то похуже. Так, я кручу. Баклажан. Сейчас точно будет баклажан. Баклажан или клубничное варенье.
Мне кажется, важно, откуда начинаешь крутить. Наверное. Может, начать со свиной грудинки? Будет круто, если сейчас выпадет свиная грудинка. Да не может быть! У меня мурашки по коже. Слава богу, что мы уже закончили. Готовить из того, что поблизости? Давайте поменяемся. Эй, слышите меня? Чанбин четвертый, Лино первый. Возьми фартук со стола. Почему бы тебе не взять тот, что ближе? Думаю, у меня сложнее. Желтая команда, Кимчи Джим. А у нас, значит, Токпоки? Фиолетовая команда, Токпоки. Командный центр находится на другом этаже. Хён, у нас есть секретный ингредиент. Да, я его как раз сейчас выбираю. Ребята, какой мне выбрать? О, Хён! Там есть морское ушко. Хён, попробуй найти морское ушко по запаху. Разве морское ушко кладут в токпоке? Морское ушко сочетается с чем угодно. Ну да, так и есть. Давайте попробуем взять свиную грудку. Все секретные ингредиенты накрыты коробками. Придется выбирать одну из четырех. А, точно. Пожалуйста, угадай свиную грудку. Свиную грудку или гопчан с гопчаном? Кимчи джим с гопчаном будет вкусно. О, я нашел морское ушко. Морское ушко, правда? О, свиная грудка. Свиная грудка, наконец-то, отлично. Свиная грудка, это прекрасно. Они украли у нас свиную грудку. О, нет! Все хорошо, все будет нормально. Честно говоря, нам все подойдет. Тут даже скумбрия есть. Я выберу наугад. Да, просто бери, что попадется. Что? Что там? Будем готовить кимчи джим и скумбрии. Неплохо. Хорошо, отлично. Так даже лучше. Кимчи джим со скумбрией очень аппетитно. Что мне теперь делать? Теперь давай нарезай овощи. Нарезать овощи? Мелко покроши лук. Зеленый лук и перец чили. Тогда я порежу все, что тут есть. Что мне делать? Помой токи и замочи их. Хорошо, уже делаю. Ты уже приготовил ток? Ага, мне порезать капусту. Да, хорошая идея. Порежь четвертинку качана. Мелко покроши рыбные пирожки, капусту и зеленый лук. Хорошо, сейчас порежу. Ага, порежь все на мелкие кусочки. Не режь слишком крупно. Хорошо. Почему так плохо режется? Не режется? Эй, нож, а ну-ка режь, теперь он будет резать лучше, правда? Может, нож слишком тяжелый? Он и правда тяжелый. Я люблю капусту, нарежь ее побольше. Сам себе нарежешь. Мы тут командуем, а он на нас ворчит. Я последний, поэтому постарайтесь все приготовить до меня. Давайте первая пара приготовит токпоки. А кимбап останется двум другим. В рецепте всего два перца чили. Иначе получится слишком остро. О, хорошо, хорошо, отлично режешь. Я закончил. Хорошо. Мне приготовить секретный ингредиент? Положи кимчи в кастрюлю. Положить кимчи? Да. Сэнмин, ты же знаешь, что такое кимчи джим? Он не обязан быть идеальным. Да. Слушай свое сердце. Я просто закину все вместе. Конечно. Кидай все в кастрюлю. Так много. Не слишком ли много? Нет, все нормально. Примерно половину. Нет, все отлично. Чем больше, тем лучше. Мне кажется, кимчи надо нарезать. А ты так и положил, не порезав? Давай, режь. А где ножницы? У нас что, нет ножниц? А, придется порезать ножом. Доставай и режь скорее. Но... Там негде резать. Тогда убери овощи. Я их подвину. Переложи их в пустую миску. Теперь займись свининой. Свининой? Ага. Куда мы ее кладем? В токпоки. А она так прожарится? Может, лучше приготовить ее отдельно, а потом уже добавить в токпоки? Можем приготовить свинину и на остатках на той же сковороде приготовим соус к токпоки. Давай так и сделаем. Если добавить ее прямо в токпоки, она сварится. Начинаем готовить мясо. Да, давай, готовь. Жарь мясо.
Подожди, теперь твоя очередь. Я пошел. Давай. Пора меняться. Это сложно. Отлично, сначала помой руки. Было бы неплохо вымыть разделочную доску и нож, так как овощи мы уже нарезали. Я никогда раньше не готовил скумбрию. Я расскажу тебе, как ее готовить. Сначала убери с филе черные пленки. Где это? А, все, думаю, понял. Будь осторожнее. Эй, Айен, ты справишься. Айен, просто порежь и закинь в кастрюлю. Разрежь на три куска. Да, вот так, на три части. Закинь в кастрюлю с кимчи и доведи до кипения. Потом выложи рыбу на бумажные полотенца, чтобы она просохла. Просушить? Да, просуши. Хорошо выглядит. Айен отлично справляется. Хан, теперь токпоки. Давай приготовим соус. Две ложки соевой пасты. Понял, две ложки. Где ложка? Ты знаешь, как выглядит соевая паста? Вот соевая паста. Это же не уксус? Нет, все правильно, соевая паста. Две ложки. Да, две ложки. Она еще не открыта. Подождите, она новая. Окей, отлично. Вот столько, да? Да, это одна ложка. Одна ложка. Добавь еще одну. Давай. Ты же тренируешься, примени силу. Я бросил тренировки, правда? 5 ложек соевой пасты. 5 ложек? Да, не слишком ли остро? 3 ложки. Если они такие маленькие, то пусть будет 6. 4 ложки. 4. Хан, еще одну. Отлично, давай перевернем свиную грудку. Перевернуть? Нужны палочки или щипцы. Просто встряхни сковороду. Ой, горячо! Убавь огонь. Убавь огонь. Сделай потише. Она красиво подрумянилась. Вкусно выглядит. Похоже на макчан. Наверное, надо нарезать кимчи. Я думала, оно уже порезано. Там есть ножницы, возьми их. Там что, есть ножницы? Давай, режь. Выглядит вкусно. Кимчи Джим со скумбрией. Я так волнуюсь. Айен, давай уже быстрее режь и вари. Хорошо. 1 ложку сахара. 1 ложку? А не слишком сладко? Нет, все в порядке. Острая пища должна быть сладковатой. Теперь бери кастрюлю объемом 550 миллилитров. Кастрюлю на 550 миллилитров? Видишь кастрюлю за Сынмином? За Сынмином? Там кастрюля. Эй, Ким Сынмин! Что? Что? Он меня позвал? Вон там есть сковородка. За Сынмином. Добавь 1,5 ложки сахара. Как отмерить 1,5 ложки? Просто сыпь на глаз. Ладно. Посыпать? Вот так. Еще, давай еще, сколько хочешь. Пока. Пока, Йен. Вот это? Да. Налей туда 550 миллилитров воды. Давай, наливай. И напиши потом свое имя задницей, ладно? Зачем писать заднице свое имя? Не понимаю, зачем, ну ладно. А потом уходи бочком, как краб. Так и уходи. Давай, уходи. Уходи уже. Покажи танец Роллин. А зачем я все это делаю? Эй, Хёнджин! А? Когда будешь в кадре, появись размахом. Хорошо, подожди. Крутись! Вот так, молодец, крутись! А вот и я. Йонбок, видишь соевый соус для супа? Соевый соус для супа? А, да, вижу. Добавь 1 ложку. 1 ложку? Просто возьми любую ложку. Где ложка? За тобой, на раковине. Да. Столько хватит, да? Давай еще чуть-чуть. Хорошо. Хорошо, отлично. 1 ложка столового вина. Столовое вино, понял. Отлично. Размешай соус в воде. В какой воде?
в воде, которую налил Хан. Перемешай как следует. Перемешай соус и развяжи шнурки. Шнурки? И расстегни рубашку для стей. Расстегни две верхние пуговицы. Хорошенько перемешай соус. И не забудь про пуговицы. Почему ты постоянно просишь меня их расстегнуть? Ладно, хотя бы одну. А почему вдруг одну? Почему не две? У меня рубашка и так уже расстегнута. Расстегни еще одну. Ой, слишком откровенно. Просто отлично, у нас есть картинка для превью. Для превью? Да, к выпуску. Я так нервничаю. Не надо нервничать. Не нервничай, у тебя все отлично. Хорошо. Одна ложка перца чили. Ложка перца, понял. А, где перец? Где перец? А, вот он. Еще немного, немного. Чем острее, тем лучше. Хорошо. Так, давайте дальше. Теперь приготовим кимбап. Ладно, кимбап. Разогрей рис в микроволновке. Обязательно разогревать рис в микроволновке, да? Крути быстрее, крутить быстрее? Давай, крути, крути вокруг себя. Вот так. Отличная работа. Теперь пол ложки тертого чеснока. Чеснока чем больше, тем лучше. Точно. Вон там, рядом с ветчиной. Это не чеснок, это икра. Доставай водоросли. Отлично. Давай, открывай. Тебе придется приготовить кимбап на 70%. В следующей части. Я заворачиваю кимбап. Что там хрустит? Я просто делаю, что мне говорят. Хоть мы и приготовили все сами, сначала попробуй кимчи. Почему я должен вас слушаться? Давай обеими руками. Кто считает, что еда команды Токпоки была лучше? Скажите прямо сейчас. Ура! Отлично! Отлично!